Важно то, что дети, которые, то есть, растут в нормальном коллективе, в хорошей вот обстановке окружающей, то есть они вырастают естественно. Ну и вообще хочется общения вот с живыми стихиями, то есть вот огонь, вода, воздух. Живые стихии Михаил и Алена Ивановы познают на практике. Здесь в Березках 2 года прожили. Ну, у нас участок получается на открытом солнце. И тенечка нет совсем, и летом совершенно невозможно находиться. Вот есть много разных возможностей в нашем мире для того, чтобы там человек чему-то обучался. То есть проходят и разные занятия, семинары. То есть можно себя постигать практически бесконечно. Это одна из идей, которая нами действительно движет, это создать такой образ жизни, то есть его поддерживать и вести, при котором мы будем развиваться, живя на своем месте. Ну, то есть вот эта обстановка, в которой мы живем, способствует нашему, ну, нашей жизни, нашему процветанию и нашему росту. В прошлом Михаил – ведущий инженер в строительной фирме, успешный предприниматель. Я вот строю те вещи, которые, в общем-то, я не хочу умножать в мире. То есть вот, ну, кругом вот этот бетон, многоэтажки. То есть вот как бы вот этот стиль жизни мне не нравится, а я его своими руками продолжаю делать. Вот. Ну, через некоторое время, в общем, то есть я эту работу закончил. В настоящем Михаил и Алена – строители родового поместья. Мы решили сделать дом своими силами. То есть, ну, то, что, ну, мне было интересно, чтобы сделать дом самому. Ну, вот при помощи, то есть, людей, но не, там, не нанимая бригаду. По моим представлениям, то есть вот энергия в полукруглых формах, она лучше протекает и вот комфортнее становится. Это в основном из-за этого, наверное, мы выбрали саман как строительный материал. То, что им можно все лепить вживую, то есть руками вылепить любую форму, там арку, нишу. Наверх тяжело уже саман кидать, хотя сейчас уже такой процесс пошел. Было какое-то время, когда вот высоко и было тяжело туда кидать. А сейчас придумали лепить шарики и туда кидать. И тут такая игра получается, что все прям даже приходят поиграть просто. Ну, за день там получается вот такой слой по кругу. Это если вот... Ну... Это вот энергия, то есть когда человек приходит вот что-то такое вот свое принести, но оно тоже сказывается. То есть для того, чтобы человек развивался, то есть нужно и творчество, нужны и праздники, нужно общение. То есть родовое поместье, оно делает благоприятную атмосферу для развития, то есть оно делает хорошие условия. Вот. А зависит все равно от человека.
благодаря этому месту у меня появилась родина. Иван и Нина Пронские обрели свою родину в поселении Славное. Когда мы сюда пришли, земля это сразу, этот участок нас одарил перед вами. В небе была радуга. Было сразу понятно, что вот это то, что мы хотим. То, где мы хотим жить. Здесь какой-то вот особый именно для нас аромат, особое состояние комфорта. После проживания в палатке созрел план постройки необычного дома с огромными окнами и косыми стенками. Та сторона, которая наклонена с юга, она лучше пропускает солнце. Наклон с севера отбивает северный ветер зимой. Вот, делает пространство изнутри более комфортным. В строительстве дома принимали участие только жители поселения. Когда планировали построить, где нам установить этот домик, то мы как-то вот так вот зажимались, этот домик куда-то пытались впихнуть, как-то его вот в эту полянку. И вдруг начинаешь понимать, что вот эта вот московская жизнь, вот эти вот наши квартиры, вот эти вот четыре стены, вот мы утрамбованы в этих высотках, и здесь это. Зачем мы гоняемся в городе, оно все иллюзорно. Мы гоняемся за деньгами, чтобы их тут же потратить на опять эту же погоню. Мне кажется, это тупиковый путь вообще для современного человечества. Гармония с природой. Вот что дает счастье. Вот оно, это так много, так широко, и можно вот так это сделать. Счастье на земле невозможно испытать в одиночестве. Хорошее добрососедство – еще одна важная деталь в механизме родовых поместий. Я думаю, что земля нам помогла просто найти своих соседей. Это дальний вид. Мы делим с нашими любимыми соседями. Вон там домик Ивана Пронского и Нины. Алексей Басов, востребованный специалист с двумя высшими образованиями, строит свое будущее вдали от города. Здесь наше будущее. Наших детей. Мы это клубнику посадили в этом году, ну, весну, яблоньки, грушу. Надеемся, что в будущем у нас будет здесь цветущий сад. В этом году у нас особо удались кабачки, которые нас порадовали. Молодцы! Вот это кабачки! Богдаш, ты сам их выращивал, да? Сам выращивал, да? Мама помогала. Он присутствует на взрослых посиделках, которые у нас очень часто. Мы встречаемся с соседями, очень любим там и вечера вместе проводить. Пользуясь случаем, хочу передать привет соседям. Без отрыва от мамы с папой ребенок может и послушать песни под гитару. Он может и послушать то, о чем говорят взрослые, причем то, что он послушает, это будет для него хорошо однозначно. Вопросы воспитания детей в поселении очень актуальны уже сейчас. Помочь ему понять, кто я, какой я, принять себя таким, какой я есть, открыть в себе какие-то дарования, таланты, потому что я уверена, что это в каждом ребенке есть. Здоровье будущей нации начинается, в общем-то, здесь, на земле. Кто таков, знаешь, кто таков, чуешь, человек веков? Кто таков, знаешь, кто таков, веришь, верный сын отцов? Память наша, правда наша.